кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то. О, превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стать под небес, а птичьи покликая, всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Здравствуйте, здравствуйте! Вместе мы снова! И школа к учебному году готова! Сегодня все стали взрослее и старше! Здесь папы и мамы волнуются наши! А школа встречает счастливый народ! Учебный опять начинается год! Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые учителя, родители и гости! Сегодня у нас особенный день! Как и все школы нашей огромной страны, мы отмечаем день. И состоится торжественное открытие мемориальной доски полковнику авиации Джатоеву Шахману Хамитовичу, имя которого присвоено нашей школе. На нашем празднике много почетных гостей. Thank you.
Но что-то здесь не всех я вижу. Где же меньшие из нас? Пусть сюда сейчас выходит самый младший, первый класс. Встречаем наших первоклассников! Страну знаний к ним ведут первый учитель Лариса Юсуповна Хубиева. И самые старательные, прилежные ученики школы, которые окончили прошлый учебный год на одни пятерки. Школы Тамбиевой Зулихе Исмаиловне. Дорогие ребята, уважаемые родители, учителя, дорогие наши гости, сегодня наша школа, как и все многомиллионное российский народ, отмечает праздник День Знаний. Сегодня вот первый раз в школу пришли, первый раз встречают этот праздник наши первоклассники. Среди нас есть те, которые в стенах нашей школы этот праздник встречают последний раз. Следующее 1 сентября они встретят в других учебных заведениях. Я надеюсь, что, окончив школу, они с честью будут нести звание выпускника Оренбургской школы. Наша школа богата славными традициями. Из стен нашей школы вышли будущие ученые, будущие герои труда, предприниматели, руководители и даже просто замечательные, отзывчивые, порядочные и честные люди. Нам есть с кого брать пример. И вот именем такого человека сегодня названа наша школа, именем Джатдоева Шахмана Хамидовича. Я надеюсь, что мы будем достойны этого высокого звания. А сегодня я вас всех поздравляю с началом учебного года. И от имени наших учеников, учителей и родителей я хочу поприветствовать наших гостей и выразить им нашу сердечную благодарность за то, что они нашли время, приехали сюда и сегодня разделили с нами нашу радость. Спасибо вам всем большое. А теперь слово самым маленьким жителям школы, первоклассникам. За спиной уранец новый, впереди
счастливых, каждый день будто бы бывал. Как мы уже говорили, сегодня торжественное открытие мемориальной доски полковнику авиации Чатоеву Шахману Хамитовичу. Чатоев Шахман Хамитович, полковник авиации. Родился 15 февраля 1940 года в ауле Хурзук. После окончания средней школы поступил в Качинское высшее авиационное училище летчиков-истребителей. Продолжил образование в военно-воздушной академии имени Юрия Гагарина. Службу проходил в Прибалтийском, Среднеазиатском, Приволжском, Белорусском, Забайкальском, Закавказском военных округах в Чехословакии, Вьетнаме и Афганистане. Службу закончил в должности начальника разведки военно-воздушных сил Южной Ставки, куда входили Закавказский военный округ, Северокавказский военный округ, Туркестанский военный округ и ограниченный контингент военно-воздушных сил СССР в Демократической Республике Афганистан. Избирался депутатом Ставропольского краевого совета народных депутатов. За мужество при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Имеет 17 государственных наград. Слово предоставляется главе Малокарачаевского муниципального района, председателю райсовета Орлакову Исламу Борисовичу. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие наши дети, школьники, родители, учителя, а также наши гости, которые сегодня присутствуют на нашем празднике. Пользуясь случаем, хочется вас всех поздравить с нашим двойным праздником. Это День знаний и присвоением нашего славного имени нашего славного земляка этому учебному заведению. Если позволите, я зачитаю документ. Решение Малокарачаевского муниципального совета от 17.07.2013 года за номером 20 о присвоении муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа номер 8 село Римгорское имени полковника авиации Джатоева Шахмана Хамидовича. Заслушав и обсудив ходатайство от инициативной группы жителей Малокарачаевского муниципального района и совета старейшин села Римгорское, обращение главы Римгорского сельского поселения, совет Малокарачаевского муниципального района решил присвоить муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа номер 8 село Римгорское имя полковника авиации Джатоева Шахмана Хамидовича и именовать ее в дальнейшем муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа номер 8 село Римгорское имени Шамиля Шахмана Хамидовича Джатоева. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. Время героев. Обычно ты кажешься прошлым. Главные битвы приходят из книг и кино. Главные даты отлиты в газетные строки. Главные судьбы истории стали давно. Сегодня день воспоминаний, и сердце тесно от высоких слов. Сегодня день напоминаний о верности и доблести сынов. Почетное право открыть мемориальную доску Чатоеву Шахману Хамитовичу, полковнику авиации, предоставляется главе администрации Малокарачаевского муниципального района Байрамукову Рамазану Пахатовичу. Племяннику Джатоева Шахмана Хамитовича Джатоеву Магомеду Шамильевичу. Директору средней общеобразовательной школы номер 8 села Римгорское
Тамбиевой Зулихе Исмаиловне и председателю Совета Афганцев Республики Азаматову Осману Юсуповичу. Почетное право возложения цветов в мемориальной доске Джартоева Шапмана Хамидовича предоставляется команде учащихся 5 класса, победителю районного конкурса парада «Мальчишей Кебальчишей». Предоставляется председателю Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председателю Президиума Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики муфтию Аль-Хаджи Исмаилу Бердиеву. Исламский медресе, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نبارك على القرآن ويسر أمورنا ببركة القرآن واشرح صدورنا بتلاوة القرآن واغفر ذنوبنا بغناية القرآن. حول لنا سكرات الموت بشرافة القرآن. أقم ميزاننا يوم القيامة بعظمة القرآن. إنك أنت الحنان المنان يا ذو الجلال والإكرام. بحرمة لله الفاتحة. الله أعلم. Всем, иншаллах, будет саваб, потому что мы вот здесь, на этой торжественной линейке, прочитали дуа и всем. Как назовешь корабль, он так и поплывет, говорят. Теперь с именем этого человека, я знал этого человека очень хорошо. Это действительно бесстрашный, смелый, истинный карачаев. Я хочу, чтобы выходцы из этой школы, чтобы они были похожи на него. Тогда, иншаллах, не будет ни одного поступка, который бы омрачал наших людей. Это был действительно хороший человек. И имя его достойно этой школе. Спасибо вам. Несите с достоинством это название. Слово предоставляется главе администрации Малокарачаевского муниципального района Байрамукову Рамазану Бахадовичу. Салам алейкум. Сегодня у нас с вами двойной праздник. День знаний мы торжественно отмечаем освоение Оренбургской средней школы имени полковника авиации Тертуева Шахмана Хамидовича. Освоение школы имени Тертуева — это дань уважения к славной истории страны, достойной доблести и славе ветеранов войны, военной службы, воинов-интернационалистов, участников миротворческих операций. Быть воином, защищать свою родину во все времена было почетно. В этой профессии особый орел – это мужество, стойкость, беззаветная преданность родине. О заслугах полковника Тертуева Шахмана Хамидовича свидетельствует 17 государственных наград за мужество и безупречную службу. В этот день я призываю вас, всех учащихся Оренбургской школы, быть достойными памяти своего славного земляка. Пусть новый учебный год принесет нам чувство гордости для наших детей, много добра и радости. Желаю всем крепкого здоровья и успехов. Друг мой.
верный курс держать на благо Родины любимой. Отечество сыны, стране своей верны, и нет для нас другой страны. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдой служить России. Ильясу Владимировичу, председателю комитета Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики по промышленности и строительству. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. Прежде всего, хочу присоединиться ко всем поздравлениям, которые были теплые слова высказаны в адрес дядьбы Шахмана. Я лично тоже был знаком с этим прекрасным человеком, и каждый народ может гордиться, имея таких сыновей. Аллах Жанхан Жерн Рахмет Эцин. А вас, прежде всего, детишек, хочу поздравить с этим прекрасным днем, началом учебного года. Пожелать вам здоровья, счастья, удачи и всего наилучшего. Будьте здоровы все. Свободны. Слово предоставляется Байрамукову Хасану Сусламбековичу, главе администрации Оренбургского сельского поселения. Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые дети, сельчане. Хочу поблагодарить в первую очередь всех наших гостей, которые соизволили, нашли время посетить наш праздник. То, что школу назвали его именем, я думаю, это очень большой вклад в патриотическое воспитание детей. Еще раз всех поздравляю, еще раз всем огромное спасибо. Слово предоставляется Азаматову Усману Юсуповичу, председателю Совета Афганцев Республики. Здравствуйте, дорогие земляки и гости. Позвольте мне от имени участников ветеранов афганской войны приветствовать вас всех и пожелать вам всех земных благ. Мы, афганцы, обращаемся к учащимся этой школы учиться и быть воспитанными так, чтобы эта школа своими успехами была достойна чести носить имя славного сына России и карачаевского народа. Спасибо за внимание. Исмаилу Казбековичу Кочьяеву, председателю Карачаевской диаспоры Ставропольского края. Саламу алейкум. Здравствуйте. Уважаемые участники данного мероприятия. Я думаю, хочется сказать ЛПФ Шахмат Викторович, он легендарный человек, который во время жизни был Я очень как хороший образ делать. Знамение является лучше человека. Слово предоставляется Кивкееву Казиму Томпаевичу, близкому другу Шахмана Хамитовича Чатурину. Салам алейкум, Валан Джамалат. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, ученики, молодежь. Значит, я с Шахманом Хамидовичем был знаком в 92-м году. Я был председателем Карачаевского культурного центра, и во всем он мне помогал.
то он служил примером и для нас, Ставрополя. Возглавляя диаспору, мы всегда, он присутствовал как старший на наших всех этих сборах, собраниях. И он как учитель. Точно так же сегодня то, что присвоили его имя этой замечательной школе, я так думаю, здесь есть музей, который будет, будет рассказывать про таких людей нашего карачаевского народа, которые достойны, чтобы их помнили. Спасибо вам. Слово предоставляется Джаубаеву Юруслану Ахмедовичу, проректору по воспитательной работе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, сегодня в системе образования Карачаево-Черкесской республики происходит очень знаменательное событие. В средней образовательной школе номер 8 Малокарачаевского района присваивается имя достойного сына своего народа, высокообразованного, нравственно чистого человека, полковника в отставке, Ахмана Хамилевича. Считаем, что присвоение его имени образовательному учреждению очень символично. Мы же Ахмана Хамилевича знали как глубоко порядочного, всегда подтянутого, четко и лаконично излагающего свои мысли человека. Он был настоящим и на словах патриотом своей малой и большой родины, истинным интернационалистом, уважающим в любом собеседнике, прежде всего, личность и человеческие качества. Обращаясь к родным и близким, хотим выразить наше удовлетворение этим актом увековечения его светлой памяти. И, конечно же, мы хотим предоставить слово сестре Джантоева Шахмана Хамитовича Хубиевой Алимат Хамитовой. Дорогие наша администрация, райсовет, все депутаты, все те, которые встали, все те, которые старались очень, старались до этого, большое вам спасибо. Он был не только нашим братом, он был настоящим сыном всего народа. Шахман очень гордился своим народом и дорожил своими земляками, где бы он ни был. Мы очень благодарны всем тем, которые взяли его во внимание и помогли во всем. Большое вам спасибо. Аллаху тавалла. Эти дуня бздадан. Маму на юрге сюэз. Маму на атын злая таганан. Кулу кыйлык көргүзме. Үйдегілерігізден куанып. Қанышлерімізде бет жағылды болды. Яллах, аны естік де, бұлай қуандырдық, жаттоланды. Қар негізге игілік қошылсын, қар негізге ашылы қошылсын. Аллах ұтағыл, Аллах қолышын барыңызға. Сау болып. Светлой памяти Джантоева Шахмана Хамитовича посвящается. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах ваши души крепят? Что ж вы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, а зла и красия, так бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и оттуда до сверху прощание. Может, прямо на небо, и оттуда на свет.
предоставляется директору школы Тамбиевой Зульхе Исмаилов. Дорогие ребята, дорогие родители, гости, учителя, потихоньку наш праздник приближается к своему завершению. Начинаются уже школьные будни. Вот мы сегодня стоим на пороге нового учебного года. В этот праздничный день мы услышали много прекрасных пожеланий, сердечных напутствий, добрых слов. Спасибо вам всем большое. Я очень надеюсь, что наши учащиеся будут помнить ваши слова, будут помнить ваши пожелания и сделают все, чтобы они стали реальностью. Еще раз всем большое спасибо. И мы будем с честью нести имя славного сына карачаевского народа Джатпоева Шахмана Хамидовича. Первый звонок предоставляется ученице первого класса Дудовой Алине и ученику 11 класса Корхмазову Азамату. На этом наша линейка объявляется закрытой. Право первой не войти в школу предоставляется первоклассникам. Мы просим их пройти традиционный круг почета. В первый погожий сентябрьский денек робко входил я под светлые своды. Первый учебник и первый урок — так начинаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Вот на груди алый галстук расцвел, юность бушует, как вешний.